Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. Рассказывайте, как прошли ваши майские, потому что у нас все шиворот на выворот. Знаете, можно было бы плакать и как-то сожалеть о чем-то, но на самом деле я выбираю уже смеяться, потому что другого выхода у меня нет. Короче, я снимаю начало о наших майских уже, получается, в их конце, потому что я вообще не понимала, что будет происходить, и настроение у меня знатно тогда подкосилось. Неделю тому назад мой муж вернулся из командировки, и мы все решали, куда же в Италию мы поедем отдыхать на майские. Но я была настолько истощена всеми проблемами с детьми, какими-то домашними заботами, говорю, дай мне несколько дней отдохнуть. И у меня было искреннее желание тупо лежать. Ну, я отсыпалась, мы ходили гуляли по Кракову, мы там обедали, ужинали в ресторанах, я старалась заниматься спортом, и, короче, буквально на ровном месте я подвернула ногу. Причем я до сих пор не знаю, как, потому что я была в таких кроссовках, в которых еще очень нужно постараться вывернуть ногу в одну или в другую сторону. И мне кажется, что это все-таки мой организм или мое подсознание сделало все, чтобы удовлетворить мои желания, исполнить мою мечту, которую я отправила во Вселенную, лежать пластом и ничего не делать. Я услышала треск, я просто вопила от боли, это было дико больно. Я повредила голеностоп. И так как нога начала распухать, но спустя какое-то время там поприкладывали холодное, я поняла, что я могу ступать на ногу, я сама отправилась на такси на скорую, чтобы детей ни с кем не оставлять. Томик был дома, он предложил, говорит, давай я тебя отвезу или посижу с тобой, или заберу. Говорю, ну я же передвигаюсь, и я подумала, наверное, это все-таки не перелом, раз я могу ступать. Кстати, помните, я вам говорила, что я очень хотела диск со снимками Игната? Нам его так и не выдали, диски тогда в клинике закончились, но теперь у меня есть целый диск со всеми возможными фотографиями моего голеностопа. Перелома у меня нет, у меня надрыв связок второй степени, и очень интересно, потому что врачи здесь не накладывают гипс, но говорят лежать, то есть мне сказали лежать 10 дней. Я позвонила реабилитологу, и она говорит, как можно скорее приезжай ко мне. И здесь вот мнения специалистов в Польше разнятся. Если это надрыв, причем не очень серьезный, там не самой серьезной степени, то тогда нужно это все расшевелить. У меня нога распухла, ну, не до необъятных размеров, но был огроменный синяк, и мне его разгоняли такими тупыми гвоздями, тупыми ножами, зажимали вот там, где больно. Держали, лимфу тоже разгоняли, чтобы отек поскорее сошел. И вот если я подвернула ногу поздно вечером, я просидела на скорой больше 6 часов, вернулась 4:30. Знаете, так интересно, я очень хотела отсыпаться буквально до обеда. Я отсыпалась до 11 утра, но я не уточнила, что я не хочу ложиться после скорой 4:30. Возможно, вы будете смеяться надо мной, но что-то в этом есть. Знаете, когда ты чего-то очень сильно хочешь, ты это получаешь. Почему я не хотела, там, не знаю, самую новую машину или лежать где-то под пальмой на майских, чтобы все были здоровы. Ну, то есть нужно уточнять очень много деталей. И вы мне в Инстаграме писали такие истории, что тоже вы хотели как-то нестандартно провести свой день рождения. Кто-то там провел его в больнице, кто-то хотел новый транспорт передвижения и не успел купить новую машину, но зато родилась дочка или сын, я не помню, у девушки, говорит, я получила транспорт, у меня теперь коляска на колесах. Нужно было уточнять, какую именно машину вы хотите, или автомобиль, или что там. Возможно, это все полный бред, но получилось очень интересно. В итоге я проснулась утром. Я поняла, что наступать на ногу я не могу, но я как-то ее расходила, расшевелила, мне реабилитолог сказала, что делать, какие движения выполнять, и уже там к 5 часам вечера я сама приехала на реабилитацию, несколько раз ходила, мне все зафиксировали тейпами, мне прописали мазь, и я хожу, более-менее, но хожу. И вы очень часто говорите, что мы с Игнатом похожи, теперь мы похожи еще больше, потому что у нас повреждена одна и та же нога. И история с ногой Игната до сих пор не закончилась, потому что через несколько дней после наших майских мы все равно едем еще раз на рентген с ним, и он до сих пор в ортезе ходит.
Я вам говорю, что это такая, с одной стороны, неприятная ситуация, да, но с другой бывают гораздо серьезнее, и сами майские прошли даже лучше, чем я сама того ожидала. Я реально отдыхала. Теперь Тома гоняет с детьми, с собакой, ездит за покупками. Но я просто мечтала, чтобы кто-то занялся этим вместо меня или хотя бы по очереди. Вот, пожалуйста, видите, мне нужно это, продавать марафоны желаний, потому что мои желания сбываются. Я, конечно, шучу, но теперь я буду прям детально отправлять запросы во Вселенную, не знаю, куда угодно. Может быть, это тоже сработает. Так, давайте начнем этот влог. И у меня сегодня для вас кое-что интересное. Докульгала я до дома. С реабилитации, с тренировки забрала Захара. А тут меня встречает новинка дома. Тома купил новые цветы также. Много новых цветов. Я вообще ничем не могу сейчас заниматься. Мне нужно лежать с ногой кверху. И я также хотела новый гриль, все организовать, но вышло как вышло. Он сам купил электрический гриль, к нему еще есть ножки. И это работает от электричества, собственно. Вот такой у нас агрегат. И там еще что-то, он говорил, есть типа какая-то плита. Но это мы рассмотрим потом. Сегодня будем пробовать впервые. И к нам тоже приходят соседи. И гриль организовывает Томек. Он там стоит копошится, а я отправляюсь лежать вон туда с задертой ногой и с шампанским. У нас второй день гриль с нашими соседями. Каждый принес, что там у него было, даже арбуз будет. И у меня в холодильнике были овощи. Я решила сделать их на гриле с вот этой приправой. Она очень вкусная, я уже 2 раза ее покупала. И для гриля она идеально подходит. Плюс оливковое масло. Сейчас у меня для вас будет история о законе подлости. В тот день, когда я травмировала ногу, мне звонила подружка. Я вообще не увидела неотвеченного звонка. На следующий день мы списываемся. Ну, что-то как дела? Я говорю, ты не поверишь. Действительно, в это было сложно поверить. Мой тренер, когда узнала, что я травмировала ногу, она говорит, кто-кто? Ну, ты со всеми своими приключениями, чтобы у тебя еще такое стряслось с ногой. Ну, вообще, это выходит за рамки разумного. И Настя, это моя Настя, мы с ней переписывались. Ритоль, у меня для тебя был сюрприз на майские. Я даже не знаю, как тебе сказать. Наверное, так и скажу. В общем, Настя подготовила мне подарок. Это 2 билета на концерт моей любимой группы в Варшаве. 2 мая выступает Океан Эльзы. Если вы со мной уже там несколько лет, то наверняка знаете, я все время об этом рассказываю, что это моя любимая группа. Я их настолько сильно люблю, что мне в тот момент хотелось плакать, потому что у меня нога опухшая, синяя. И я просто в отчаянии. Сейчас прошло несколько дней, мне стало легче, отек потихоньку спадает, нога уже не такая черная, как вчера. Мне очень хорошо помогла реабилитация, на которой я была 2 раза. Сегодня я тоже провела день в спокойном режиме. Сплю с ногой кверху и вообще целый день там не нагружаю ее, передвигаюсь по мере необходимости. И я вот думаю, я поищу такие билеты на поезд. И вообще-то у меня травмирована левая нога, если что, я могла бы даже ехать за рулем. И, в принципе, у Томика сейчас отпуск, так как майские, и я могла бы даже вернуться не 3-го, а 4-го.
И вот представляете, какое западло. Любимая группа, сюрприз от подружки. У меня такая байда произошла. Я не знаю, и можно было бы отказаться, но с другой стороны, еще на скорой мне сказали, что ну, забудьте о скакалке там на 2 недели где-то, а потом прыгайте снова. А, вот, меня больше всего бесит то, что я не могу вернуться к тренировкам, что я снова вынуждена лежать пластом. Или как минимум там не активничать. И тут еще и это. И я подумала, что я все-таки попробую поехать. И если что, даже это маленький концертный зал, можно будет попросить какой-нибудь стул или постоять на одной ноге, или где-то там присесть. В общем, не толпиться, не прыгать. Понятное дело, я сейчас не способна на это. Вот, и, конечно, да, Вселенная пытается меня остановить, как-то, знаете, дать мне отдохнуть, но концерт любимой группы, я считаю, что это не напряжно. Это, наоборот, что-то, чтобы меня расслабить, отвлечь, и все, слава богу, становится лучше и лучше. Я также обклеена тейпами, у нас потеплело, я не вынуждена как-то втискивать ногу в обувь, могу ходить в шлепках, поэтому я пока что не отказываюсь от идеи поехать в Варшаву и сходить на концерт с подружкой. У Насти тут дома, как всегда, полный эстетик. Это ж надо так умудриться. Вроде такие мелочи, ничего особенного. Но как же всегда у нее красиво и уютно. Я уже в Варшаве, обожаю сюда приезжать. Остановилась у подружки. Между прочим, я все-таки решила ехать на машине, чтобы не скакать по этим перронам, по ступенькам с чемоданом. У меня маленький, но тем не менее, это не очень удобно в моем случае. Иногда лифты, эскалаторы не работают, поэтому я не прогадала, я без проблем доехала, нога моя в таком же состоянии, и управляла я правая, левая, отдыхала. Единственное, что у меня начала светиться лампочка, что нужно долить масло, и я никогда этого не делала. Масло необходимое моей машине я уже купила, нужно дать двигателю остыть, и потом только доливать. Возможно, попрошу у мужа Насти, чтобы он мне в этом помог, чтобы я там не ошиблась как-то, хотя Томик сказал, что это достаточно просто. Меня прервал телефон, Настя куда-то там побежала еще по делам, я ее жду, и уже выдвигаемся на концерт. Это получается второй мой концерт Океана Эльзы именно в Варшаве, и атмосфера у них такая драйвовая, такая душевная. Святослава Карчук поет феноменально, у него такой тембр голоса, у них такие крутые, глубокие песни, и я помню все наизусть, от самых старых, ну, может, самые новые, там я еще не успела заслушать до дыр, но очень здорово, что они выполняют все свои старые хиты, ну, в основном, да, на концертах, поэтому можно даже как-то поностальгировать, но есть и песни, которые у меня очень сильно ассоциируются с папой, и обычно я рыдаю на них. В прошлый раз, когда я была на концерте с Томиком, то эти песни, слава богу, исполняли в конце, и я выходила вся озарёванная. У меня эта группа и, к сожалению, и к счастью, будет ассоциироваться с моим покойным папой, потому что именно он привил мне любовь к року и вообще к качественной музыке.
Let's say we have some white and red bouquet of great flowers. Ho-la-la, ho-la-la, mi-cha-sa. Роки на горде козово, солнце встает. Вернулась домой. Погода классная, гриль новый, поэтому продолжаем готовить ужин. И тоже приглашаем друзей, так как у всех много свободного времени на майские. И показываю вам идейку, как можно еще приготовить спаржу. Я ее помыла, и вот когда зеленую берете, сгибаете, она сломается ровно в том месте, в которой должна. То есть отбрасываем концовку, остальное можно запекать, отваривать на гриле. На гриле это займет очень много места, поэтому я выложила все на противень. Дальше помидоры черри, смешала оливковое масло с небольшим количеством соли, с чесноком, добавила фету и буду запекать до готовности. Я всегда смотрю на глаз, девочки, потому что спаржа бывает разная, но вот когда становится мягенькая, еще не разваливается, тогда достаю. Еще на гриле сегодня сделала гуакамоле, оливки и мое чесночное масло. Каждый год показываю рецепт, но в Инстаграме тоже еще раз сохранила в закладке «Готовь со мной». Такая красивая закусочка. Друзья мои, посмотрите предыдущий влог, он тоже классный, но я там вам показывала свои коробки, разные посылки с летними вещами. И вы уже в Инстаграме там меня трясете, когда-когда. Я постараюсь сделать более-менее нормальную примерку со своей ногой, насколько это будет возможно. Но часть я буду просто вам показывать. У меня нога опухла, и, слава богу, у нас потеплело, меня очень выручили вот эти шлепки, которые я купила в Страдивариусе, потому что они такие, ну не сказать, чтобы сильно свободные, но сюда помещалась даже припухшая нога, плюс я все это могу регулировать. Они есть в двух цветах, это Страдивариус, и шлепки у меня в 38 размере, они очень удобные, я могла шкутыргать в них даже со своими тейпами, своими синяками, и все было окей. И шлепки выполнены из кожи, они ни разу мне не натерли. А в последнее время что-то как-то мне достаточно часто все натирает. Удачный цвет, золотые такие элементы, которые ко многому подходят.
Это я сейчас не буду надевать. Это сережки из Страдивариуса в виде вишенок. Вот такие забавные. Их там есть несколько разные формы. Я планирую надевать вот эти сережки с костюмом из муслина, с такой тройкой. Я покупала его в прошлом году у подружки, но сейчас не могу его достать, потому что нужно разложить летние вещи, и пока что не получается. Я вот поправлюсь, тогда займусь этим. Они такие, знаете, летние, очень веселые, да, и нелегкие, если для вас это имеет значение, но для меня это, знаете, куда-то к определенному наряду. Костюм со льном из H&M. Я специально сейчас не завязывала рубашку, но я это буду носить несколько по-другому. H&M рубашка у меня в размере XS, и она очень большая и свободная. Рукава я всегда как-то подворачиваю. И шорты мне все-таки нужно было брать в размере XS. Но я решила оставить, так как я уже их надела, мне сложно было вообще и достать свои летние вещи, и надеть какие-то брюки, шорты на шнурке, поэтому я без проблем могу их затянуть на талии, так как не надо. И вообще ношу рубашку таким образом, завязываю, чтобы был виден немножечко живот, с летней сумкой, со шлепанцами летними удобными, можно на пляж, например, куда-то в город даже у нас тоже так ходят. Костюмом, честно говоря, я очень довольна, можно еще и все носить по отдельности. Это моя боль, потому что я собиралась носить этот наряд с каблуками, и теперь даже не знаю, когда они мне светят, потому что я знатно вляпалась, наверное, на несколько месяцев. Ну ничего, когда-то же это произойдет. Это не комплект, но я подобрала эти вещи в Reserved. Сейчас, подождите, передвинусь чуть ближе к зеркалу, так будет посветлее. Объемный топ, укороченный, молочного цвета, очень классный. И необычная юбка, потому что она со льном, имейте в виду, что она очень сильно маломерит. И она с вот таким вот запахом на завышенной талии, очень прикольно. И на мне размер S. В XS я бы точно не влезла. Поэтому, девочки, если вы прям такая миниатюрная, и то берите XS. Если вы так, как я, то S, то XS, в зависимости от модели, то лучше S. Юбка, конечно, коротковатая. Здесь вот такой узелок. Но выглядит очень интересно. И мне нравится, как это смотрится в комплекте. Супер стильно, как по мне, с сумочкой, с этими, с каблуками. Было бы супер, если бы не одно «но». Я так собиралась идти на день рождения, куда нас пригласили, но пока что не знаю, подожду других времен, но не собираюсь отправлять. Надеюсь, что все это временно. Более яркое платье, тут я еще не разобралась с кулиской, ее нужно отрегулировать. Все такое летящее, парящее, девичье, очень классная расцветка, наверное, с загаром будет вообще супер. И меня не смущает то, что здесь длинный рукав, потому что оно, видите, открыто, везде все будет продуваться. По-моему, верх здесь какой-то околонатуральный, а вот подкладка синтетическая. Но я уверена, что я буду его носить просто со шлепанцами. Надела в отпуске и побежала, или в летнее время, там даже куда-то выйти, с мужем, с детьми. Почему постоянно ходить только в классическом? Поэтому летом я вот выбираю даже такие платьица. Кто-то считает, что 36 это типа уже все, такое носить нельзя, а я считаю, что носить нужно то, что нравится тебе. Ума не приложу, что делать теперь с этим костюмом. Как-то я была настроена на каблуки, а тут загвоздка. Топ в виде колокольчика, он слегка расширяется внизу и сверху завязывается на шнурочки. Юбка может быть как на бедрах, так и на талии. Я пока что ношу ее так. И юбка тоже не прямая, а она как, знаете, расширяется к низу. И у меня этот костюм в размере XS. Очень красивый молочный цвет, и с карамельными аксессуарами могло бы быть здорово. Ну как, сумку я до сих пор могу взять, а вот с обувью пока что непонятно, и я не знаю, буду ли я носить его с плоским ходом.
Я выбирала между XS и S по той причине, что такие вещи очень любят растягиваться, и этот костюм совсем без подкладки. Я сейчас надела бесшовное бежевое белье, и мне кажется, что оно совсем не просвечивается. Мне почему-то вот так, знаете, то ли некомфортно, то ли не знаю, потому что я люблю с юбкой миди все же надевать каблук. Или это даже в моем случае практически макси. А тут без каблука такое впечатление, что он меня немного полнит, потому что вязка крупная, или это я уже заморачиваюсь, не знаю. Меня настолько зло берет, что я вынуждена снова не заниматься спортом и особо не шевелиться. Это вот то, что меня добивает. Остальное я могу вынести. Что скажете вы? Я почитаю ваши комментарии, оставлять или нет. Таких вещей сейчас очень много в магазинах масс-маркета. Это Reserved точно. В H&M достаточно быстро разобрали эти костюмы, но я смотрела только маленькие размеры. Видите, сам узор крупный и тоже вязка такая плотная. Ну, я не знаю, меня не смущает то, что чуть где-то что-то просвечивается. И это тоже хлопок, он не будет парить. Но посмотрю, что вы там напишите мне в комментариях. Может, не так все плохо, как мне кажется. Брюки-парашюты из Страдивариуса, из натуральной ткани. Очень комфортные. На мой рост можно было бы брать и XS. Они, видите, очень хорошо тянутся, поэтому без проблем. Но я сообразила уже тогда, когда начала их носить. И сейчас просто затягиваю вот этот шнурок чуть выше, чтобы они сидели на талии, а не на бедрах. Подойдут даже на 1,70 м, мне так кажется, именно размер S. А если вы ниже, то советую брать поменьше. Здорово смотрятся и с моей рубашкой из первого аутфита, но вообще-то можно выбрать более элегантный топ, надеть каблук, что мне сейчас не светит, и тогда вообще супер какую-то активную бижутерию, золотую, например, и куда-то там на вечерний выход. Очень универсальные брюки, и их можно будет носить даже в начале осени, потому что они не тонкие. Вот покажу вам ткань чуть ближе. Это у нас Страдивариус, и на мне размер S. Но на небольшой рост, такой как у меня, лучше взять XS. У меня износились очень многие такие околодомашние повседневные костюмы, которые я ношу, и я заказала себе сразу несколько. Этот из Reserved. Они есть в разных цветах. Со льном, но там еще есть очень классные с муслином. Я жалею, что я не купила в магазине, потому что онлайн они распроданы. Там не буду вам говорить, какой мне цвет нравится, я сама пытаюсь его выждать. На мне размер XS, рубашка свободная, как и шорты. Видите, на такой кулиске с карманами, очень удобно. И я, вот если вы меня встретите где-то, когда я бегу в магазин или с собакой, или просто нахожусь дома летом, то чаще всего я буду в таком костюме или в каком-то очень легком платье. И я люблю дома выглядеть опрятно. Ткань не тонкая, но у нас на первом этаже, честно говоря, прохладно. Поэтому для меня окей. Если ищете супер тонкий лен, то это не он, но зато такой носится гораздо лучше. И знаете, такие костюмы я тоже ношу на пляж или там рубашку. И когда ты пользуешься солнцезащитными средствами, то со временем это тоже затирается, солнцезащитный крем может остаться где-то. И такой комплект у меня зачастую на все случаи жизни, как вместе, так и по отдельности. И рубашку я тоже завязываю. Еще одна пара летней обуви. Я себе такие покупаю в H&M регулярно. Я их убиваю за сезон, они очень легкие, удобные и не выглядят как чисто пляжные. Это эко-кожа, но там еще есть такие под Hermes из кожи, насколько я помню, в разных цветах, и они тоже очень стильные. Я такие же взяла маме, и они подойдут только на не узкую ногу, потому что широковатые, когда это у меня опухло. Это тоже была вторая пара, которую я могла носить, остальное все в пролете. Сейчас уже вроде как немножко лучше. Шлепки действительно классные, и на 37,5 я беру 38. Я также заказывала темно-коричневые, они выглядят как дедушкины, поэтому оставила себе черные, и вот даже с розовым вообще супер. Я уже думала заканчивать с примеркой, но походу приехало платье, которое, возможно, выручит меня в эти выходные. В общем, в эти выходные
мы идем на причастие, и у нас должно быть похолодание. И у меня задача со звездочкой. Я-то могу надеть многое, но я не могу выбрать себе обувь. Практически никакую, кроме этих шлепок более широких. И все бы ничего, но брючный костюм с кедами я тоже обуть не могу, потому что у меня сзади вот здесь поврежден голеностоп, и я вообще в закрытой обуви ходить не могу. И я подумала, может, я попробую заказать какое-то летящее платье, чтобы отвлечь внимание от своих вот этих тапок дедовских. Завяжу волосы как-то красиво, добавлю сережки, и получится более-менее нарядный образ в костёл и потом на семейный обед. Ну, если на каждый день у меня проблем нет, то тут как бы и что с причастием Игната пока что неизвестно. Еще одно причастие у нас будет, и я пока что в раздумьях. Можно было бы поискать другую обувь, но, по-моему, платье – это более какой-то удачный вариант. Вот по поводу этого мне еще нужно подумать, что с аксессуарами. Однозначно это красиво будет выглядеть с босоножками, с золотыми, тоже с сережками, с какой-то сумочкой, типа мешочек, да, с собранными волосами и тоже на высоких девушках. Вот это платье будет выглядеть феноменально. Поверьте мне, можете так пойти на свадьбу, на крестины, куда угодно, а у меня дедовские тапочки. И я еще нашла в H&M вот такие сережки. И они сюда очень здорово впишутся. И может, я как-то обыграю свои тапки таким образом. Я думаю, что я буду снимать влог, и потом вы увидите, что у меня получилось в итоге. Пока что я в отчаянии. Так, возможно, еще не все потеряно. Я заказала себе шлепанцы в манго, и тоже пришла посылка. Они мягенькие, очень удачный цвет. Я люблю такие модели. У меня 38 размер. И вроде как нигде ничего не жмет. Может быть, они меня как раз и спасут в это время к более элегантным нарядам. У меня очень много бижутерии, все равно меня это не останавливает. На Алике я таких не видела. Большие сережки, неровные формы, состаренное золото. Все как мне нравится. Они точно остаются. И я вас уверяю, что спустя даже какое-то время будут вопросы, откуда такие сережки. Очень-очень крутые. И они сделаны гвоздиками. Так, два купальника. Их я не стану надевать, мне вообще уже пора полежать. В общем, я взяла себе слитные купальники, все, борюсь со своим шрамом. И первый из них, видите, как будто на завышенной талии, здесь очень глубокий вырез, это визуально вытягивает ногу, и видите, какая ткань, она как структурированная, и он достаточно тугой. Поэтому я взяла себе 36 размер, сверху белая часть из такого же материала, немножко открытого живота и на одно плечо. Я не знаю, зачем я вам показываю сережки с купальниками, но уж как-то так вышло. Вот эти, я прям представляю фотографию в отпуске в этом купальнике с этими сережками. И тут, и там листики. Но возвращаясь к купальнику, он немножко странный. Но мне нравится то, что здесь тоже глубокий проем в области бедра, и тоже можно еще больше подтянуть. И расцветка такая позитивная. Он, конечно, секси-шмекси, сзади полностью вообще открытый. Итак, грудь держится на честном слове. Если она у вас большая, то тут никакой поддержки нет, но мне похвастаться особо нечем, поэтому для меня сойдет. Вот такие у меня были покупки. Я не знаю, как я это сделала, но я 150 тысяч раз поднялась наверх, переоделась. Не забывайте поставить пальчик вверх, даже если вам ничего не понравилось. Сейчас это сложнее, чем когда-либо. Но я подумала, что мне не настолько плохо, чтобы лежать и ничего не снимать. Я вообще обожаю все это дело. И я еще жду посылку с красивыми платьями от польского бренда. Посмотрим, что из этого получится. Но я видела их у своей знакомой в прошлом году от этого производителя. И они казались очень красивыми. Поэтому, когда приедут, тогда и рассмотрим. На этом я буду заканчивать свой влог потихоньку. И я вернулась домой, так закрутилась с семьей, с гостями.
с праздниками и так и не сказала вам, что там с концертом. Концерт Океана Эльзы — это фантастика, это непередаваемые эмоции, это никогда не сравнится с тем, что человек реально видит вживую. У Вакарчука такая энергия, господи, он потратил, наверное, 3000 калорий, он так прыгал, он там вообще чего только не делал, но его голос — это отдельная похвала, это для меня что-то лично мое, связанное, так как я сказала вам, с близким человеком. Для меня это ностальгия, это талантливые музыканты, это что-то, что дарит тебе незабываемые какие-то воспоминания и эмоции, и это то, что однозначно сделало все мои майские праздники. Я очень благодарна своей Насте, и мы до последнего переживали, как же я там смогу, если все начнут прыгать, там были стоячие места. Но Настя заранее купила билеты на балконе в театре Палладиум, и там на балконе получаются такие, как, знаете, это даже не ступеньки, а типа как уровни сделаны, возможно, там располагаются кресла, но вообще все кресла из этого театра были убраны. И мы пришли чуть позже, и получается, все уже сидели на этих ступеньках, назовем их так. И я просто попросила, говорю, у меня травмированная нога, можно как-то я втиснусь там между вами? И вы знаете, туда поместилась бы не только я, но еще три Насти. То есть если бы все сели более компактно. И я сидела на таком месте, где я буквально как на ладони видела всех артистов. Мало того, у меня самое главное было место, куда я могу высунуть ногу, потому что если я держу ее вниз, то она, конечно, начинает очень быстро отекать, потом болит. Ну а так хотя бы я могла немножечко как-то, знаете, шевелить этой ногой, держать хотя бы, ну, чуть больше вверх как-то или прямо. И мне никто не скакал по ногам. И весь концерт я и сидела, и пыталась вставать на одной ноге, долго не простоишь. Они два раза выходили на бис, и я еще сомневалась до последнего, буквально, поеду я или нет. Ну, потому что зачем вот это вот все, чтобы только ухудшить свое состояние. Но так мы сходили, и я и с подружкой повидалась, и вернулась потом поздно вечером домой на следующий день. То есть мы провели еще целый день вместе, и это вообще просто такой кайф и релакс, и несмотря на то, что мы не поехали в Италию, я ничуть об этом не жалею, мне вообще даже не жалко, что там и нога, и я осталась дома, и все дела. Правда, Океан Эльзы — это одна большая любовь, я их обожаю, искренне люблю. И я считаю, что это просто легенды украинской музыки. Все, на этом пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.